Привет! Сегодня мы займемся выводом списка категорий в боковой панели. Давайте перейдем сразу в редактор кода, откроем файлик blog.py. Так, первое, что бы я здесь хотел исправить, смотрите, у нас файл называется filter by tag, но мы заложили функционал, который будет фильтровать по любым get запросам, да? Сейчас мы отслеживаем только key tag, но мы можем сюда также добавлять, там, например, elif key equals, например, order, да? И делать какую-то сортировку там, вот, но как-то это не вяжется. Нам надо либо поменять название этого метода, либо здесь функционал упростить действительно до фильтра по тегам, что я и предлагаю сделать, потому что вряд ли я буду в блоге еще использовать какую-то сортировку, поэтому здесь я буду делать проверочку. Смотрите, вот это, наверное, я уберу, вот это тоже, а здесь сделаю, смотрите как. Так, здесь нам, наверное, нужно сделать вот так. Раз, два. И вот таким образом. Это мы уже выносим вот сюда. А вообще нам это, по идее, даже больше не нужно. По сути, это все, что нам требовалось сделать. Давайте попробуем. И у нас по-прежнему все работает. Замечательно. И мы очень сильно упростили этот метод. А теперь темой урока займемся. Я здесь создам новый фильтр, даже не фильтр, новый тег. Здесь сделаю переменную categories list. Пока что это просто пустой списочек. И буду возвращать categories list. Давайте импортируем, наверное, наши категории здесь. Давайте categories list сделаем таким образом. Даже не all, а давайте live. Возьмем опубликованные и сделаем order by title. Будем сортировать их по алфавиту. И дальше нам надо возвращать не просто categories list, а нам, смотрите, у нас здесь получается идет какое-то дерево, да, этих категорий могут быть вложенности. Поэтому мы создадим метод, назовем его, но этот метод будет локальный, наверное, поэтому просто так назовем его tree. Дальше делаем проверочку, если categories list, а иначе мы будем возвращать просто пустой списочек. Теперь давайте создадим метод tree. Этот метод у нас будет рекурсивный, и принимать он у нас будет список объектов. В нашем случае это список категорий. Сейчас нам нужно получить значение depth, то есть уровень вложенности числовой. Причем минимальный. Нам нужен самый верхний уровень. У каждого объекта страницы любой в Octail есть такой метод getDepth, который возвращает уровень текущий. Текущий уровень вложенности даже так. Дальше создадим переменную, наверное, level, давайте ее назовем. Это у нас будет один из уровней вложенности. То есть мы заходим первый раз в метод tree, и нам надо создать первый уровень вложенности. Obj. For obj. In objects. Дальше мы делаем проверочку. То есть, смотрите, мы берем... Допустим, у нас сейчас идет, смотрите, главная страница, это первый уровень вложенности. По-моему, он там даже как нулевой считается. Дальше, давайте вот здесь в админке посмотрим. Вот главная страница, это первый уровень вложенности, да? Давайте как индексы делать, нулевой. Дальше, блог, это идет первый уровень вложенности, да? А, стоп. Блог у нас это отдельная страница, она не входит в дерево. У нас категория является дочерней от главной. Тогда категория это уже первый уровень вложенности. То есть главное это нулевой, а категория, которая находится непосредственно внутри главной страницы, это уже первый уровень. Вот здесь если мы заходим, вот нулевой уровень. Дальше вот пошли все первые уровни. И внутри них уже второй уровень пошел.
И вот каждый раз, когда мы заходим в этот метод tree, да, рекурсивно, мы создаем один из этих уровней. То есть список категорий, находящихся на текущем уровне. Вот таким вот образом. Думаю, здесь все понятно. И дальше нам нужно создать какую-то переменную, назовем также tree, с нижнего подчеркивания. И пока что это будет просто пустой списочек. Дальше нам надо пройти по всему уровню, по всему level. Поэтому мы делаем такую штуку for obj in level. Дальше нам необходимо сформировать список дочерних страниц, то есть дочерних категорий. Children equals categories list child of obj. То есть мы опять берем вот этот весь список категорий, да? И только... А здесь мы выбираем, получается, только дочерние категории из конкретной одной какой-то единицы, да, из какой-то одной конкретной категории. То есть мы заходим здесь, obj, это одна из категорий, и здесь мы получаем список всех ее дочерних категорий. Вот таким образом. Дальше, в самом объекте категории мы должны создать такой property, как переменную, да, давайте назовем children. И в нее мы уже будем записывать список дочерних категорий. Опять же, вызываем метод tree. Уже рекурсия, да, у нас здесь пошла. И передаем в нее этот самый children, который мы здесь сформировали. И опять же, надо сделать проверочку, если children вообще чем-то заполненный, да? Если это не пустой список. Иначе, если он пустой, то мы так и присваиваем к children, вот здесь children, пустой список. И дальше в переменную tree мы делаем append obj. То есть мы вставляем уже в наше дерево, да, текущую категорию с формированным массивом, ну не массивом, а списком children. Итак, мы рекурсивно проходимся по всем категориям и добавляем им property children с деревом дочерних страниц. Ну, это сложно, да, но если внимательно очень почитать, подумать маленько, да, извилинами пошевелить, я думаю, все станет вполне понятным. Вот. Давайте перезапустим сервер, чтобы у нас это все перечиталось. А хотя, наверное, не обязательно. Ну, на всякий случай, ладно, перезапустим. Так, у нас метод называется, смотрите, getBlockCategoriesList. Мы идем в боковую панель. Даже не в боковую панель, а у нас есть шаблончик, называется CategoryHTML. CategoriesHTML. Вот он. Так, здесь давайте мы поубираем, наверное, все лишнее. И удалим последние два элемента. То есть мы оставляем только один item и одну вложенность. Нам они сейчас пригодятся. Вот таким способом мы получаем список всех категорий. Это уже дерево всех категорий, да? И записываем это в переменную categories. Так, сейчас у нас ничего не выводится. Давайте вернемся в блок. Давайте посмотрим, что у нас вообще выводится. Точнее, возвращается. Здесь у нас возвращается none. Мы забыли здесь сделать return tree. Вот так. Теперь обновим. И у нас возвращается пока что почему-то пустой список. Так, я, кажется, вижу проблемку. Вот это является методом. Попробуем сохранить, обновить. И да, вот теперь мы видим список категорий. И здесь вот они у нас появились. Это первый уровень категорий. Так, возвращаемся в шаблончик, удаляем здесь. Сохраним. И мы видим, у нас выводится список наших категорий. Теперь давайте разберемся с дочерними. Тогда мы будем выводить этот списочек. Так, сейчас видим, в некоторых выводится, в некоторых нет.
И смотрите, здесь можем сделать типа for li и так далее, да? Точнее, for child in children, да? И вывести сюда это. Но тогда мы сможем делать только максимально два уровня в ложнице. То есть вот первый и второй, но глубже не сможем. Поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Мы вот это удалим. Здесь делаем. И нам сейчас необходимо создать этот файлик. Categories list HTML. Возвращаемся сюда и забираем весь вот этот список отсюда, вот таким образом. И вставляем его сюда. Сохраним, вернемся. Отсюда мы заберем вот эти вещи. Вставим их сюда. Теперь возвращаемся обратно. И здесь мы уже должны подключить этот categories list. Вот таким образом. Давайте посмотрим, что получается. Видимо, перемудрили. Скорее всего, там рекурсия сильно большая пошла. Давайте попробуем перезапустить сервер. А, у нас совсем сервер упал, да? Запускаем, обновляем. Так, давайте попробуем закрыть вкладку и открыть по новой. Угу, не работает. Сейчас будем разбираться. Здесь, наверное, смотрите, какая вещь. Мы подключаем, да, этот шаблон сам в себя. Мы должны перезаписать переменную categories таким образом. А вот эту штуку мы должны вынести вот сюда. Также мы должны забрать load блок отсюда и вставить его вот сюда. Давайте сохраним, запустим по новый сервер и попробуем обновить страничку. И смотрите, мы действительно вывели список категорий. Давайте попробуем потыкать. Отлично, очень неплохо. Смотрите, у нас есть первая категория, да? Не буду даже пытаться это прочитать, что-то там мемо. И здесь у нас слаг этой категории. И затем аптотом вложенность, да? И вот мы в ней находимся. Нам остается только получить список постов в каждой категории. Точнее, количество постов в каждой категории. Смотрите, здесь нам, наверное, понадобится все-таки еще один тег. Назовем метод get. Даже не post, get block posts count in category. И сюда будем передавать category obj. Здесь все просто. У нас уже импортирован post page. Поэтому можем просто сделать return post page dot objects dot live. То есть нам надо взять все опубликованные и вызвать метод descendant of category obj. Сохраним. Слишком длинное название. Давайте здесь сделаем name equals и что-нибудь покороче. Сохраним. Перейдем в categories list. И здесь, где у нас циферка 11, мы вызовем этот метод. Здесь также нам, кстати, необходимо теперь уже подгрузить блок. Здесь нам нужно вызвать этот метод get posts count и передать в него category и назначим его в переменную posts count. И теперь сюда мы просто можем ее вывести. Здесь, извиняюсь, нам не нужны никакие кавычки. Так, здесь намудрили, да? Здесь нам надо взять только count. Нам не нужно возвращать сами посты. Обновим. И видим количество постов в каждой категории. Смотрите, как он считает. Допустим, у нас здесь есть 2573 и 2552. Он складывает, да? И в этой категории у нас уже получается общее количество вот этих постов, плюс те еще, что лежат непосредственно в этой категории. Вот таким образом это работает. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом видео в социальных сетях. Всем удачи!